детей и голосами их детей. На выпускном вечере, обнявшись друг с другом, они будто позабыли о задачах и сочинениях. Быть может, их судьбы больше никогда не пересекутся. От этого и объятия крепче. Выпускники Мирнинского района получили аттестаты. Впереди новая жизнь. Их не пугает неизвестность. Каждый из ребят знает, куда идти дальше. Я бы хотела поступить на промышленный дизайн. Это, ну, во-первых, очень сейчас нужная профессия, достаточно распространенная и творческая, главное, для меня. Надеюсь, буду поступать на специалиста по конструированию систем жизнеобеспечения в самолетах и вертолетах. Моя мечта прямо. Хочу поступить на экономическую безопасность, а там уже посмотрим. На юриста пойду, наверное. На юриста? Да. Почему? Ну, не знаю, душа так лежит. Интересно. Екатерина Якименко, заканчивая школу, получила не только аттестат, но и подспорье в виде 100 тысяч рублей глава Мирнинского района вручил лично. А все потому, что выпускница настолько уверена в выборе профессии, что ЕГЭ по профильному предмету в литературе сдала на 100 баллов. На кого будете поступать? Я на учителя русской литературы. Почему такой выбор? Потому что мама учитель, и я тоже буду учителем. Стать педагогом, как Екатерина, хотят еще 12% российских выпускников. Опрос среди их родителей провела компания «Суперджоб». В топе сегодня программирование. 23% собираются идти в эту сферу. Еще 15% решили дать клятву Гиппократу. Чуть меньше детей намерены стать дизайнерами. 8% опрошенных пойдут в МВД или строительную отрасль. По 4% на юриста и автомеханика. 2% отучатся в колледже на бухгалтера. Еще 11% респондентов назвали другие профессии. Сотрудника МЧС, повара, фармацевта. Педагоги отмечают, в выборе профессии очень важна поддержка родителей. Впрочем, современные мамы и папы весьма лояльны к чадам. Родители должны принимать непосредственное участие в выборе. Они должны направлять, помочь ему определиться с правильным выбором. Я думаю, это главное. Потому что ребенок порой сам не может, он еще, может быть, морально не готов. Активную это его выбор. Позицию, все, что бы он не выбрал, ну, мы его будем города. Поддерживать. Небо уронит ночь. На ладони нас не догонят, нас не догонят, нас не догонят. Теперь их точно уже не догнать. Буквально через несколько дней они разлетятся по городам России и будут покорять новые вершины. Сегодня с этой площади выпускники 2022 уйдут во взрослую жизнь. Анна Брянская, Александр Еремин, медиакомпания «Алмазный край».